Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий, Гермес Фалькао-младший. Сегодня я рад поделиться с вами еще одной частью послания на тему «Что ты делаешь для продвижения Божьего Царства на земле?». Я проповедовал это слово в Бразилии, и оно пробуждало верующих идти и исполнять великое поручение, чтобы люди шли в вечность с Богом. Нет ничего важнее, чем инвестировать в вечность. Все, что мы делаем на земле, временно. Но когда мы вкладываем в души людей, в Царство Божье, мы вкладываем в вечное. Это послание благословит вас, а также вы увидите много видеосюжетов о чудесах. Они поднимут вашу веру, чтобы вы ожидали чуда. Итак, давайте услышим проповедь. Поэтому, когда вы призваны проповедовать Евангелие и думаете, что у вас нет силы, вам стоит напомнить себе, что само Евангелие — это уже сила. Когда вы провозглашаете Евангелие, вы высвобождаете силу. Потому что Евангелие — это уже сила. Проповедуйте Евангелие, хорошую новость. В чем она состоит? Что Иисус пришел в плоти, посланный Отцом, чтобы спасти человечество от их грехов. Он умер на кресте Голгофы 2000 лет назад, пролил свою кровь, понес наказание за наш грех. И в третий день Он воскрес. Он предлагает новую жизнь каждому, кто примет Его. Когда вы принимаете то, что сделал Иисус, вы отдаете Ему свои грехи и принимаете Его праведность. Вы отдаете свою болезнь и принимаете Его исцеление. Аллилуйя! Вы отдаете свои проклятия и принимаете Его свободу и благословение. Я больше не под проклятием. Я нахожусь под благословением Нового Завета. Это послание славное и мощное. Это послание тайна веков. Библия говорит, что пророки желали узреть эту тайну, узреть день, который видим мы. Авраам, Исаак, Иаков, Давид и Соломон, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Abraão, Isaac, Jacó e Davi e Jeremias, Salomão, Isaías, Ezequiel, а также Даниил. Все они мечтали увидеть тот день, который теперь видим мы. Мы с вами имеем величайшую привилегию жить именно в этом поколении. Это может быть последнее поколение перед пришествием Иисуса. Мы можем быть последним посланием и поколением, живущим на земле до пришествия Иисуса. И я хочу быть занят тем, что наполняю спасенными душами Царство Своего Отца. Я буду активно этим заниматься. Я не хочу просто жить для себя, сидя перед телевизором. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу быть занят тем, что населяю Царство Божье. Я хочу завоевывать для Христа больше душ, чем раньше. Я хочу сделать учениками Христа больше людей, чем когда-либо в моей жизни. Я хочу поднимать людей и говорить им, «Бог может использовать твою жизнь. Иди и делай учеников. Иди и завоевывай души. Иди и проповедуй Евангелие.
Исцеляй больных, изгоняй бесов, иди. Если вы живете в царстве, вы заняты исполнением этого важного поручения. Аллилуйя. Итак, что вы делаете для продвижения Евангелия? Данная нам привилегия настолько велика, что ее нет даже у ангелов. О чем это ты, Гермес? Бог не послал ангела Гавриила проповедовать Евангелие? Он не дал такого поручения архангелу Михаилу. Он не сказал Гавриилу: «Я помазываю тебя, иди проповедуй Евангелие во всех народах». Архангел Гавриил — это ангел высокого ранга. Бог поручал ему передавать очень важные послания от Бога. Это он возвестил Марии о том, что она родит Сына Божия. Но Бог не давал Гавриилу поручения проповедовать Евангелие. Он оставил это поручение Гермесу, Марию, Джонасу и другим здесь присутствующим. Он дал это поручение пастору Анне и Пии, Ренату, Джону, Луке и вам, каким бы то ни было ваше имя. Бог дал вам поручение проповедовать Евангелие. Даже ангелы, при всем их совершенстве, не имеют такого поручения от Бога. А мы с вами имеем. Об этом написано в Библии. Деяния, глава 10. Можете не открывать это место прямо сейчас. Но Корнилий молился. Библия говорит, что Корнилий был посвященным Богу благочестивым человеком, однако он еще не был рожден свыше. Он был милостив и помогал бедным. И также он молился. И наступил момент, когда Корнилий стоял на коленях в молитве в своей комнате. «Господь, я молю Тебя, благослови меня». И вдруг в этот момент в комнате появился ангел, Корнилий. Твои молитвы и твои жертвы. Твои молитвы, что еще? Что еще сказал ангел? И твои жертвы, твои милостыни пришли на память Господу. Постойте, а я-то подумал, что жертвы — это не особо важная часть служения Богу. Мы обычно не хотим говорить на эту тему. Библия говорит, что к нему пришел ангел и сказал: «Молитвы твои и милостыни твои, то есть твои пожертвования, пришли на память Господу. Они достигли престола Божьего, предстали перед Богом как мемориал». Это было нечто важное для Бога. Не минутное воспоминание, а целый мемориал. И что ему сказал ангел? Он не сказал ему: «Иисус Господь, покайся и прими его». Но он сказал: «Иди и позови Петра». Почему? Потому что ангелы не призваны проповедовать Евангелие.
Ангелы — это духовные существа, посланные помогать нам. Они — суть, служебные духи. Бог посылает их в помощь верующим людям. Даже Иисус получал помощь и подкрепление от ангелов. Вы помните, что после 40 дней искушения в пустыне Библия говорит, что к Иисусу пришли ангелы и служили Ему. Если даже Иисус нуждался в помощи ангелов, то насколько больше в ней нуждаемся мы? Но ангелы не призваны проповедовать Евангелие. Ангел сказал, «Иди позови Петра, потому что мне не дана такая привилегия». Но у Петра она есть. Что случилось после этого? Петр пришел к ним и проповедовал Евангелие. Тогда впервые представители языческого мира приняли Евангелие и приняли Духа Святого. Почему это произошло? Почему? Потому что это задание, это поручение Иисус оставил не ангелам, не этому миру. Он дал его всем детям Божьим. Во имя Иисуса, я прикасаюсь к его позвоночнику. Будь исцелен прямо сейчас во славу Божью. Во имя Иисуса я проклинаю всякую боль. И я приказываю всякой боли оставить это тело прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса прямо сейчас. Огонь. Исцеление. Я проклинаю всякую немощь. Я приказываю позвоночнику исцелиться во имя Иисуса. Попробуйте начать делать то, что вы не делали раньше. Подвигайте шеи. У меня вообще в шее всегда сильные боли. А сейчас я их не чувствую. Порой боль была очень острой. А что вы чувствуете сейчас? Слава Господу, боли больше нет. Боль исчезла. Он страдал от боли в шее и позвоночнике более 10 лет. А теперь все. Боли больше нет. Вот это да. Аллилуйя, слава Господу. Попросите поднять руки. Поднимите руки. О, аллилуйя. Есть какая-то боль? Нет, слава Богу. Аллилуйя. Сколько вы от этого страдали? Более 10 лет. Более 10 лет он страдал от боли в шее и спине. Раньше вы не могли так шевелить свои шеи, верно? Вообще не ощущая боли. Слава Богу. До этого были сильные боли в шее. А сейчас? Совсем нет боли? Вы часто пропускали работу? Кто с ним знаком? Он мой младший брат. Все его знают. У меня как раз была проблема с шеей. А также я обращался к врачу из-за боли в пояснице. Когда я сделал МРТ, врач мне сказал, что мне может помочь только Бог. Врач сказал только Бог. Теперь я хорошо слышу на эту сторону. До этого я не могла слышать левым ухом. Ее левое ухо не слышало. Я практически ничего не слышала. Ухо было закрыто. Ухо было закрыто. И что произошло сейчас? Я просто начала слышать этим ухом и слышать гораздо лучше. Сейчас вы слышите? Да, очень хорошо. Проверьте у нее слух. Аллилуйя. Слава Богу. Иисус благ. Иисус благ. Слава Богу.
Аллилуйя. Слава Богу. Слава Господу. Аллилуйя. Я исцелена. Иисус исцелил меня. Иисус исцелил меня. Я так счастлива. Господь меня исцелил. Теперь я слышу. Слава Иисусу. Я закрыл ее правое ухо. Она слышит только левым ухом, которое раньше не слышала. Эй, я здесь, повернись ко мне. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого еще есть проблемы со слухом? Кто-нибудь еще? У меня. Закрой глаза. Во имя Иисуса. Уши, откройтесь прямо сейчас. Прямо сейчас во имя Иисуса откройтесь. Аллилуйя. Вы хорошо слышите меня? Аллилуйя. Чувствуете разницу? Да. Что? Я слышу лучше. Аллилуйя. Иисус благ. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Я исцелен. Я исцелен. Аллилуйя. Аллилуйя. Мои уши открылись. Мои уши открылись. Воздайте Господу огромную славу. Это уже третье исцеление со слухом на сегодня. А может, еще у кого-то есть проблемы со слухом? Какое ухо? У меня звон в ушах. Звон в ушах? Хорошо, во имя Иисуса. Звон в ушах. Уйди прямо сейчас. Во имя Иисуса. Звон в ушах. Уйди прямо сейчас. Во имя Иисуса. Будь полностью исцелен. Сейчас. Во имя Иисуса. Ради славы Иисуса, звон в ушах. Оставь его прямо сейчас. А теперь, что происходит? Аллилуйя. Звон уменьшился. Стал меньше. Во имя Иисуса. Звон в ушах полностью оставь его. Я приказываю тебе во имя Иисуса полностью покинуть этого человека. А что сейчас? Вот в этом перестало. В одном ухе звон перестал. Итак, в правом ухе звона больше нет. Это такое прекрасное чувство. Да, но мы хотим стопроцентное исцеление. Во имя Иисуса пусть весь оставшийся звон исчезнет. Во имя Иисуса прямо сейчас. Стопроцентное исцеление обоих ушей во имя Иисуса. Звон ушел. Невероятно. Все? Нет больше звона? Нет. Аллилуйя. А как долго вы страдали от этого? Года 4 или даже 5. У него был звон в ушах 4 или 5 лет. И сейчас в обоих ушах нет такого звона. Звон исчез. Слава Богу. Аллилуйя. Какая у вас проблема? У меня опухоль в шее и деформация стопы. Стопа деформирована? Закройте глаза. Отец, во имя Иисуса, я проклинаю сейчас эту опухоль. Во имя Иисуса, убирайся прямо сейчас. Господь, прикоснись сейчас к ее ступне. Я посылаю огонь Святого Духа на эту ступню. Во имя Иисуса, будь исцелена прямо сейчас. Пусть уйдет всякая боль. Боль, убирайся во имя Иисуса. Восстанови ее кости. Восстанови ее движение. Забери всякую боль. Я проклинаю всякую боль во имя Иисуса. Будь исцелена прямо сейчас. Во имя Иисуса, боль, уйди. Убирайся, боль, во имя Иисуса. Господь, восстанови ее ступню полностью. Восстанови ее движение. Восстанови, Господь, ее ступню на 100% во имя Иисуса. Во имя Иисуса.
Ничего не бойтесь. Как вы чувствуете себя сейчас? Гораздо лучше. Лучше? Во имя Иисуса. Пройдитесь вперед, идите. Еще ощущаете какую-то боль? Господь, я прошу Тебя о стопроцентном исцелении. Высвободи свое стопроцентное исцеление. Господь, прямо сейчас вы получаете полное исцеление. Господь, пусть она прыгнет, пусть она бегает. Будьте исцелены, я проклинаю всякую боль и приказываю всякой боли уйти во имя Иисуса. Прямо сейчас. Примите исцеление от Господа в вашей ступне. Давайте пробовать. Давайте пробовать вместе. Так, лучше. Ну что? Ну что, все хорошо? Давайте с вами пройдемся. Сейчас гораздо лучше. Что вы сейчас чувствуете? Во имя Иисуса мы провозглашаем стопроцентное исцеление. Идите сейчас. Ступайте на ваши ступни во имя Иисуса. Боль, убирайся полностью во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вы только посмотрите на это. Скажи ей, чтобы она прошлась вокруг зала. Опухшая ступня. Стань снова нормальной во имя Иисуса. Ступня, восстановись. Вся боль пусть уйдет. Пусть восстановятся все движения в могущественное имя Иисуса прямо сейчас. Пройдитесь в ту сторону и возвращайтесь. Она вообще не могла встать на свою ступню. Она ходила с костылем. А теперь посмотрите. Она ходит сама. Какие сейчас ощущения в вашей ступне? Я верю, что Иисус уже вас исцелил. Аминь. Только посмотрите. Она ходит. Она ступает на ногу. Аллилуйя! У меня лодыжка не сгибалась совсем. Как чудесно! Посмотрите. Да, была сильная боль, но ее больше нет. Лодыжка не сгибалась? Пройдитесь до стены и вернитесь обратно. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас она ходит сама. Сейчас она ходит абсолютно сама, а пришла сюда с костылем. Она не могла опереться на ступню, и поэтому ей нужен был костыль. Она не могла согнуть лодыжку совсем. Да, лодыжка совсем не сгибалась. А теперь сгибается. Аллилуйя, слава Богу, теперь сгибается. Она делает то, чего не могла раньше. Ходить и сгибать лодыжку было для нее невозможным. Только посмотрите на это благословение. Он благ всегда. Аллилуйя. Да, теперь костыль унесите, подняв его кверху. Иисус, слава Тебе. Слава Тебе. И снова добро пожаловать.
Мы с восторгом вспоминаем то, что Господь делал в Бразилии. Но у меня есть для вас хорошая новость. То, что вы сейчас видели, — чудеса. Люди переживали прикосновение, получали свободу. Это доступно и вам. Бог исцелял многих людей через нашу программу. Люди получали свободу, слышали голос Духа Святого. Мы верим, что у помазания нет пределов. Сила Божья может прикоснуться к вам прямо сейчас, где бы вы ни были. Я хочу помолиться, чтобы та же сила, которая была в Бразилии, та же слава и помазание, которые текли к нам на том месте, исцеляя людей, чтобы это же помазание прикоснулось и вас. Если вам нужен прорыв от Бога в вашей семье или в вашем бизнесе, если вам нужно исцеление, я буду молиться о вас прямо сейчас. И я верю, что Господь прикоснется к вам своей рукой и освободит вас от всякого зла во имя Иисуса. Молимся. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса за каждого зрителя. Я присоединяюсь сейчас к их вере. Я хочу верить вместе с ними в то, что Ты высвободишь чудо в их жизнь. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за тех, кто сейчас болен. Я противостою всякой болезни во имя Иисуса Христа. И я призываю всякой боли, всякому дискомфорту и всякой опухоли засохнуть и исчезнуть. Отец, я противостою раковым болезням. Мы высвобождаем слово исцеления и освобождение на всех, кто страдает и у кого есть проблемы в семейных отношениях. Всякий злой дух, действующий в семьях, убирайся прочь. Мы прогоняем Тебя во имя Иисуса. Я высвобождаю избавление во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь. Пусть Бог благословит вас и укрепит вашу веру.